Партнер рубрики ЖКХ «Первый Пермский микрорайон». Доступно и экономно. О кризисе думаем, думаем постоянно. А бороться на самом деле только одно, работать больше надо. Я не думаю, как с ним бороться, у меня все хорошо, все замечательно, поэтому меня пока он не затронул. Поэтому еще не знаю, как затронет, так подумаю. Стараюсь не думать, то приходится. А бороться, уменьшаю свои затраты, расходы и больше экономлю. Я считаю, да, что с кризисом, конечно, бороться можно только одним способом – доработать больше. Вот и все. Ну и хотелось бы, чтобы работодатели относились как-то с большим пониманием, что ли, к своим сотрудникам. Нет, не думаю о кризисе совершенно. Живем, как живем. Сегодняшним днем. Я думаю, что просто надо сохранять спокойствие и не расстраиваться. Искать какие-то пути выхода каждому, не только правительству. Экономить мы, конечно, пытаемся, особенно на еде, но не получается, потому что привыкли к хорошей жизни. Не думать об этом, наверное, невозможно. Вот, дай бог, чтобы наше правительство все-таки не обещало, что все будет хорошо, люди, крепитесь еще чуть-чуть, будет хорошо, а действительно предпринимало какие-либо действия для того, чтобы выйти из кризиса.